Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться их автобиографией. Жермен Пилон, французский скульптор Ренессанса, был одним из самых важных скульпторов эпохи французского Ренессанса и наиболее известен как создатель многих из гробниц дома Луа. Я пользуюсь переводной Википедией. Родился в 1525 году в Париже, учился у своего отца Андре Пилона. Документы свидетельствуют о том, что он и его отец совместно создали несколько религиозных статуй и надгробий. Позже он работал с Пьером Бантемсом. Пилон стал экспертом по мрамору, бронзе, дереву и терракотке. Он также был искусен в рисовании. Его работы с их реализмом и театральной эмоциональностью демонстрируют влияние школы Фонтебло, Микеланджело и итальянский маньеризм. Поначалу Жермен испытывал итальянское влияние. Большая часть работ Пилона была посвящена погребальным памятникам. Он был любимый скульптор Екатерины Медичи. Был сыном Андре Пилона и Жанны Берг. Был женат дважды на Жермен Дюран и Мадлен Баду. У него было 11 детей. Самые известные работы Пилона включают 8 вспомогательных статуй для гробницы Франциска I, памятник сердцем, гробница Генриха II и Екатерины Медичи, изображение Генриха II и Екатерины Медичи в коронационных одеждах в церкви аббатства базилика Сен-Дени, воскресение Христа и лежащие фигуры стражей гробницы, Девы Милосердия около 1585 года, могила Валентина Бальбиани находится в Лувре, сошествие с креста, бронзовый барельеф в Лувре. Вот так вкратце из переводной Википедии, данных не очень много, о французском скульпторе Ренессанса Жермен Пилон. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.